Команда Estelle приготовила настоящий подарок для всех ценителей красоты. Они представят свою новую коллекцию «Женевин» на сцене Московского театра мюзикла в формате неповторимого бьюти-шоу с непередаваемой атмосферой, вдохновляющими образами и глубокой философией. У нас сегодня само шоу – это «Война и мир». Получается, вот можете посмотреть, если крест, и вообще вот такая лента, это офицерская, это как бы отсылки все к тому, что все будет происходить на балу. Стилисты пытаются раскрыть идею того, что женщина с годами не меняется в душе. Все это создавалось нашими специалистами, стилистами. Я думаю, что это выглядит очень круто. Тем более мы играем детей, то есть мы должны быть такие непринужденные, красивые, веселые, воздушные. Мы всегда говорим о красоте. Мы всегда стараемся внести некую философскую составляющую, поговорить о том, что такое красота, что это понятие вне времени, вне возраста. Коллекция наша называется «Женеви», «Код жизни». Предназначение парикмахера – эту красоту дарить, находить, выявлять и представлять миру. Каждое шоу Estelle – это что-то необычное. Я уже не первый раз посещаю шоу, поэтому я уверена в том, что будет очень круто. В этом году мы вырулили на такую очень русскую историю – это «Война и мир». И оказалось, что это очень интересно. Русская тема – раз. Тема юности – два. Тема юности, которая рано или поздно заканчивается и переходит в молодость, а потом в зрелость – это три. Да, и нам очень хотелось показать, что вот женщина красива всегда –